Хороший. Хороший. Здесь. Здесь народу живет. Природа. Природа в Кубани живет много. Афонь, ты уже пошел? Так, Антон Сергеевич, давайте быстро. Неправильно. Нет. Антош, пожалуйста, давай скорее. Афонь, ты уже пошел? Так, Антон Сергеевич, давайте быстро. Неправильно. Нет. Антош, пожалуйста, давай скорее. Так, на обед я приготовила борщ без мяса. Вот после борщика. Нет, борща. Да, так, пошли теперь на Гришин огород. Покажу. Еще кое-что. Что? Перчик твой, ну да, ему хорошо. И дождики были, да? Сейчас уже не жарко. И посмотри, что у меня здесь лежит. Тыква подросла. Чудо-людо. Да, тыква тоже подросла. И там он. Да, прям плетется на заборе. Иди сюда. Ты куда? Сюда. А ты с этой стороны? Глянь. Вот, прям ей лежать. Угу. Так, на эти. Прекрасно. На шланг, да. Да. Удобненько устроилась. Так, ну что, пошли дневник заполнять? Пошли. Так, вот Гришин рисунок. Это на литературное чтение на тему Кубань. Сентябрь. Без мягкого знака. Сентябрь. Ты опять пропустил строчку, Гриш? Да что ж у меня это ну, такое? Ну что это такое? Ну глянь, ты в тот раз. Гриш, ну что это такое? Ну это ж дневник. Это ж твое лицо. Так, ну что, у нас уже почти 4 часа. Григорий уже позвонил, что идет домой. Да, я его сегодня не буду забирать. Сегодня он сам. Включаю стирку. После моря, которое... Вот, и сейчас пойду на кухню наводить порядки. Все, мы сегодня уже на сегодня все довязали, так что я счастлива. Помыла голову, сейчас еще немножечко пожужжу над ней, чтобы хорошо высохло. Гришуля идет со школы. Молодец, дошел? Да. Устал? Не очень. Григория сегодня через пятерка. Через 20 минут можешь ехать. Да, вот пятерка и четверка, да? Ну, четверки тоже надо уметь получать. Да? Ты думаешь? Ну, почему бы и нет? Так, нет, у сразу у тебя кого-то все... никогда не было, но я в туалет хочу сходить. Афоня, ты пойдешь звать или я позову Антошика? Ты позовешь, только надо разбудиться, хорошо? Разбувайся, пожалуйста. Разбувайся, да, и пойди позови Антошу, хорошо? Еще недолго? Только аккуратно, хорошо? Все. Какая тема? Нет. С папой и с мамой? Или с кем? С папой и с мамой едем на море. Вот. Это Манго, это Даша, это Гриша, это я и ты. Да? Ага. А где Афоня? Афоня. Афоня. Наверное, следующий вывод. Вот Афоня. Гриша. Там. Это... Пошел воды попить, да? Да. Так, ну что, пошли? Вот здесь где-то твои? Так, сейчас я найду, где твои. А, вот Антон Долголь. А кого это вырисовали? Мальчик мой, ты куда? Мы уже дома. Афоня пока в садике бежал. Покажи, ты упал? Да, бежал за мной и упал, да? Да, Вавка у тебя тут маленькая такая, да? Да. Да, Майя Андреевна тебя пожалела? Да. А ты куда? А, пикить. А, пикить?
Покажи, рыбак мой, что ты там поймал? Поймал? Да, большую одну. А ведро-то какое взял, Гришка? Да я там ношу. А, покажи. А мама всегда говорит, бери ведро. Вот. Угу. Ой, ого. Ух ты, сколько это, сколько их там? Раз, два, я три, не считал. Это штук 7. Да, это... Окунёк. Все хорошо. Так, все, Антоха перекусил. Теперь едем на танцы. Взяли рюкзак. Там есть раздевалка. Будем переодеваться. Какая красота. Закат. Мы уже домой. Антошку отвезли на танцы. С Афонькой едем домой. Да, Афонь? Так, ну что, у нас уже 7 часов. Сейчас Гришке все нагладила. Кимоно, посуду домыла. И сейчас Григория везу на карате. Антошку забираю с танца. В общем... Все по плану. Гриш, поехали на карате. Гриша разрешила, он, получается, 15 минут, пока я тут домывала посуду, он был в телефоне. Гриша! Гриш! Теперь не слышно меня. Вот, и мы с Афоней тоже Афоню беру, потому что Сержуня еще пока косит. Траву пока еще, ну так, знаете, смеркалось. И мухи до сих пор летают. Так, все. Всех мух убили. Берем телефон и едем за всеми детьми. Так, Афанасий тоже едет. Что там, сынок? Воды? Ну, пей, конечно. Вон Григорий уже тоже бежит. Кого? Тулеку. Что там? Тулеку. Так, мы уже дома. Гришу отвезли. Антоша забрали. Где Антоша? Да, папа пошел? Все, идем. Вот хватит. Мошки налетели греться. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Это что, ты наушник? Да. Что... Афонечка, ты, пожалуйста, пойди одень шорты, вы же сейчас с папой поедете. Нет. Папа. Ну, папа спроси. Это же не такое. Нравишь? Ты какие буквы? Ты хоть их знаешь? Макека. А? Это А, а это я не знаю. Это я ты, не знаю. Конечно, ты неправильно ее держишь. Вот так, знаешь? Это на. 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 Угу. На. А. А. Если на. Вот так вот. Ты умеешь прочитать? Сможешь вот так? Это как буква? Это какая? Н. Н. А. Как получится? Н. А. Н. Не знаю. На. Наша? Нет, просто на. На. А если так? А если можно поменять местами, тогда будет вот так. Как будет вот это? А. Н. Ан. 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 Вот Ан. На. Вот Ан. На. Это тетя Аня. Анна на. А это? Ан. 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 Нет. Читай. Вот это. Ан. Ну это какая буква? На. Ну, дальше что? А. Нет, это какая? Какая это буква? А это? А. Как получится? Аня? Нет. На. Наша? Нет, не наша. А как? Съешь тетю Аню. Так, ну что, уже 11. Папа наш, знаете, что там смотрит? Бригаду начал смотреть.
Ужас. Мне она не нравится. Я не люблю эти драки, но все равно слушаю. Он здесь за компьютером смотрит. Все, поотвечала на комментарии наконец-то. Сейчас буду спать уже. Пап, ты скоро? Сейчас, это сели уже с вами. В общем, там уже начали драться. Ладно, все, до завтра, потому что у меня глаза уже закрываются. Пока!